на скале. А Веня молодец, красавчик мой. Иди сюда, Венечка. Прости, а можно не общаться сегодня? А Веня. Смотри, как он мне нравится. Вообще. Веня? Веня? Ай, молодец. С ним гулять только надо, тяжеленный, блин, еще. Так он тяжелый такой. Веня? Даже это, Таня говорит, он тяжелее, чем Балу. Веня? Стой. Лиза? Стой. Он будет, наверное, как чемп. Только лучше его это. Высоченный и большой. Только лучше. Вот Тане надо большую собаку. Брала бы большую собаку. Линка, блин. Лен, посмотри-ка, сегодня приехал, не боится, такой работоспособный прямо. А вы хотите из машины так, как не хотел? Че? Он из машины выходить не хотел. А, да? Соскучился это, по машине. Он туда сел, там ему я игрушку. Она бегает, без нее там еду разбьют, конечно. Мама, целый ребенок. Его не расчесала я только. Может, на видео не будет видно? Он обмусляканный, что ли, с той стороны? Руками дяжку не снимай. Лиза, замолчи, типичка. Потом вам Веню дадим, снимем бусика. Но он рук почему-то боится. Да, я ему даю как бы это лакомство, а он такой сначала уворачивается, а потом уже понимает, что надо взять. Ай, молодец. Хорошо. Лиза, ты что шумишь? А скажи, Эня, Сучка. Шагай. Ой, какая хорошая спинка. Спинка? Он так на этом, на бусе лезет.